что, друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.shin.ru, www.blog.ru, makivara.ru, drshilov.com и проекта Корректура. И сегодня со мной моя дочка. Где она там? Ты видишь себя? Нет. А вот ты середину высунься, тебя будет видно. Едем мы на тренировку. Я не скажу, что мы едем с утра, уже 11 час. Вот, обычно мы стараемся, ну, по крайней мере, я стараюсь пораньше, с дочкой на каникулах сейчас. И вот о чем я хочу рассказать вам, да, поведать. О том, как хорошо заниматься и друг друга мотивировать, когда занимаетесь вы со своей семьей. Это способ не отдаляться от своей семьи, а наоборот, становиться ближе, так и заниматься даже интересно. Особенно интересно заниматься на групповых занятиях. Если вы не можете сами организовать свой тренинг таким образом, чтобы и самому потренироваться, и потренировать своих родных и близких, которые только начинают заниматься или имеют меньше опыта, чем вы, вот, то самый лучший способ – это идти всем и заниматься на групповые тренировки. Все равно вам понадобится кардио или понадобится кроссфит. И такого рода тренировки, ну, групповые, они чаще всего как раз и ответственны за вот эти нагрузки. И, конечно, заниматься всей семьей просто обалденно. Вот совсем недавно, прям вот совсем-совсем, когда это было, буквально позавчера, да, мы ходили на велотренировку, на сайклинг. Это просто офигенная очень вещь. Классно. Да. Ну-ка, расскажи, что тебе понравилось-то. Понравилось, когда тренер говорил, давайте, еще там три ускорения. В общем, короче, заводит, да, хороший тренер, дает хорошую мотивацию, прямо, ну, визуально то, что мы делаем, ускорение, в гору, спуск, да, и все такое прочее. И мы сидим все в один ряд, все четверо, я, моя супруга и двое детей, сын и дочка, и друг с другом переглядываемся, подмигиваем, мы давай крутить педали. В общем, короче, это реально здорово. И таких групповых тренировок на самом деле много. Они самые разные направленности. Это могут быть и различные рода пампы, бодипамп, это где делается как аэробика, только с весами. Это может быть и круговая тренировка, различные виды функционального тренинга. Даже, это могут быть и танцы, если у вас нету комплексов, и вы можете спокойно со своей семьей пойти заниматься такими вещами, замечательно. Йога, опять же, пилатес. В общем, короче говоря, такие тренировки все равно нужны в базе такого общего тренинга, они необходимы, и вы их все равно выполняете каким-то образом сами, вот. А тут можно делать вместе всем, и это на самом деле здорово. Вот. А сейчас мы едем, куда мы едем с тобой? Бассейн будем заниматься. Ну, сначала потренируемся, кажется, сам по себе. Так у нас сегодня получилось, что мы на групповую тренировку идем. Вот, у меня сейчас будет работа по снарядам, потом будет кардио. Вот на кардио мы с тобой пересечемся, да, Тошка? Нет, я сначала на кардио. А, сначала на кардио. Ну, я могу с тобой тоже сначала пойти на кардио, а потом пойти уже на снарядную подготовку. Вот. Ты будешь велосипеды крутить? Да. А я на дорожке рядом побегаю. А может, тоже велосипед пойду, не знаю еще. Сейчас то, что больше понравится. Вот. Вот таким вот образом. Так что, ребят, девчат, это круто, короче говоря. Я, конечно, не говорю про то, что всем надо заниматься в клубах там. Ну, если возможности нет, то это все понятно. Но если вы в клубы ходите, лучше, конечно, заниматься всей семьей. Хотя бы тренировки некоторые. Есть такая возможность, есть. Ну что, пока, подписывайтесь все на мой канал. Заходите на мои проекты, повторюсь, это drshilov.com, budoshin.ru, budoblog.ru, makivara.ru, проект Корректура. С вами были Михаил Шилов и Антонина Шилова. Ставьте лайки. Всем пока.